Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Вот подобного вида ролики буду оставлять в копилке на своем канале Татьяна Оренсбург в тренде. Для того, чтобы все смотрели на подобные злодеяния. Потому что просто уже последнее время я устала принимать плевки в лицо. Я сегодня вам покажу деятельность наших грядущих царей. Давайте начнем с Олега Николаевича. Ну, во-первых, вы видите, да, что Татьяна Ивановна, четко знающая Библию, признает Иисуса Христа Богом. Ответьте на вопрос. Я признаю Иисуса Христа Богом? Нет. Я всегда вам говорила, что это Бога-человек, это Мессия, это Сын Божий и Сын Человеческий, посланник Отца, нашего Творца и Вседержителя, который создал небо и землю. На сегодняшний момент Олег Николаевич утверждает, что я все-таки побочно признаю Иисуса Богом, потому что говорю о его учении. Да, есть у нас фраза «Мое учение не мое, но пославшего меня». Так вот, она доказывает то, что Иисус не Бог, а то, что его кто-то послал. А кто его послал? Послал его отец, который свыше. Еще одну фразу прослушайте. Святое благовествование от Матфея, 40 стих, 10 глава. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». Давайте послушаем Олега Николаевича. Богом. А признает как? Сама того не ведая. Когда называет учение Иисуса Христа, которое она сейчас напишет. Ни хера ты не напишешь, ты его не знаешь. Первое. Почему? Потому что не мое учение, а пославшего меня. Это учение Бога. Все правильно. Это учение Бога, а не Иисуса. Поэтому Иисус у нас не является Богом, Олег Николаевич. Очень хорошо, что вы выучили эту фразу, но до сих пор не осмыслили. Я желаю вам ее осмыслить. Ну, дальше вы меня там лжепророком называете, говорите о том, что вы специально со мной познакомились для того, чтобы выводить на чистую воду вот таких, как я. Ну, вам не кажется, что я вам дала очень хорошую рекламу? Добрую рекламу на своем канале, и между нами была добрая, чистая дружба, и сейчас вот вы поступаете даже не как мужчина, ну, не как друг, а как человек, который недостоин фразы «честь имею». Всего вам доброго, Олег Николаевич. Ну, а теперь хочу еще одного царя показать. Этот царь меня удивил еще больше. Не будет вам никакого слуги. Не будет. Я уже рассказывал, к чему клонит Бог и по какому сценарию будут дальше развиваться события. Если вы, бараны, не возьметесь за ум, если вообще у вас есть за что браться, если у вас ум есть. И вот община Росток-Руси, то есть мои помощники, вот они показали истинное лицо России. Вот она, маленький. Сейчас, секундочку. И у всех остальных. Перекручу. Слугу. Не хочется мне. Хуй вам, блядь, а не слуга. Поняли? Слугу, блядь, они мечтают получить в виде царя. Ну, вот не хотелось бы подобного слышать в эфире, потому что иногда заходят в наш тег дети, поэтому и Олег Николаевич, придержите свой язычок, и вы, дорогой наш Тимурчик, следите все-таки. Мы же люди цивилизованные. Ну, еще хочу вернуться. Олег Николаевич, слово «еретики» пишется через букву «Е». Нет такого понятия, еретики подняли рога. Ну, рога обычно не поднимают, рога обычно наставляют. Вы перепишите название видеоролика «Еретики наставили рога». Просмотров больше будет. Всего вам доброго, до следующих встреч.